В начале пресс-конференции Аким области остановился на реализации нескольких основных положений 100 шагов. Модернизации процедуры поступления на госслужбу, усилении борьбы с коррупцией, создании и первых результатах деятельности местной полицейской службы, государственно-частном партнерстве и привлечении транснациональных компаний для строительства новых предприятий социальной и экономической сферы, строительства новых дорог республиканского и местного значения. Так, республиканский дорожный проект «Центр-Запад», соединяющий Астану, Аркалы, Торгай, Иргиз, Шалкар, Канды-Агаш с выходом к морскому порту Актау, станет, по мнению Бердыбека Сапарбаева, экономическим прорывом для южных районов Актюбинской области. Мы отработали соответствующими министерствами и Всемирным банком, и компанией «Казавтожол», чтобы она прошла по территории Иргизского, Шалхарского и Молджарского района. Вы хорошо знаете, что и в Шалхарском районе, и в Молджарском районе, да, можно сказать, честно, в Иргизском районе нормальных дорог нет. Если эта дорога пройдет по территории наших трех районов и дальше в город Актау, то это даст нам дополнительный толчок для развития экономики этих трех районов. Кроме того, глава региона рассказал о реконструкции 127 километров дороги Актобе-Орск, которая начнется уже в 2017 году. Аким области в ходе брифинга затронул и тему развития аграрного сектора. Так, по словам главы областного акимата, в текущем году планируется увеличить уровень переработки мяса с 20 до 28 тысяч тонн, молока со 146 до 162 тысяч тонн, а также выделено 2,5 миллиарда на пилотную программу по созданию мини-ферм общим объемом в 1200 рабочих мест. Кроме того, глава области ответил на ряд вопросов представителей общественности. В частности, отвечая на вопрос о противопаводковых мероприятиях, он предупредил предпринимателей об ответственности за вывоз снега и внешний облик города. Я попросил наших общественников, мы сейчас создаем общественную комиссию из числа депутатов, представители партии Нуротан, там Ак-Жол и так далее, ветеранов, ну и так далее. И все они будут проверять каждую коммерческую структуру, что они делают. Это касается не только очистки снега, это касается озеленения, благоустройства, санитарной очистки. Я смотрю, многие привыкли, что будет делать акимат. Теперь скорая помощь станет работать по турецким стандартам. Аким области рассказал об изменениях в сфере медицинских услуг. В частности, был заключен меморандум с турецкой компанией на 5,5 миллиардов тенге на строительство станции скорой помощи, поставку 35 реанимобилей, создание единой диспетчерской службы, обучение персонала и даже строительство заводов по сборке автомобилей скорой помощи и производство лекарственных средств. И это только малая часть новых экономических и социальных проектов, которые намечены в нашей области. Более детально о реализации программы 100 конкретных шагов в нашей области мы расскажем в традиционной рубрике «Подробности» в пятницу вечером. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».